Где там Оля-то на месте? Почему так ставят обычно высоко микрофон? Черт возьми. Это потому что высокие вокалисты были. Скоро мне уже каблуки надо будет эти надевать уже. Я говорю в микрофон. Я говорю. Еще говори. Я вот не знаю, что так темно-то в зале, а? Это так всегда? Мы можем не увидеть струн. Представляешь, когда вот играешь, а струн не видно. Ни струн, ни ладов, ничего. В темноте. Ага. Он мимо тарелок тоже, гад, не мажет. Ну, видишь, Стиви Вандеру можно и зарплату резаной газетой выдавать. Как кого-то не хватает на сцене. Дан, может быть, тебя? Браво! Бурные и продолжительные, пожалуйста. Я честолюбив с детства. Для тех, с кем я не знаком, представлюсь. Кстати, я и так представлюсь скоро, наверное. Все мы пожилые. Как бы то ни было, 23 года любимому клубу и, в принципе, первому клубу в Восточной Европе вот такого рода. Вот давайте говорить друг другу честно. Дальше мата не будет, как обычно у меня, даже невзирая на то, что в университете учась, я писал там работы на тему русского мата. Я о чем вам хочу сказать? Во-первых, сейчас здесь будут легендарные два самолета. Ваши аплодисменты. Чья коммерческая деятельность по продаже клубов так же успешна, как и их игрища на сцене. Ваши аплодисменты. Апч. А во-вторых, я бы просил вас после концерта не расходиться, потому что Фишфабрик в лице Оли и Паши, вы их все знаете. Ходаковская, ядрит Мадрид. Что ты там рулишь такое? Делают вам подарок. Сегодня группа наших подруг-дизайнеров сделала фантастические праздничные футболки, как всегда делаются в Фишфабрике. Мы разыграем их комплект, праздничные кружки для пива и все прочее. Поэтому вы должны быть здесь. Поверьте, ребята, что это будет стоить не очень дорого, но, соответственно, это, как всегда, будет аукцион. То есть со всей нашей пролетарской, так сказать, прытью мы с вами друг другу немного поможем. Поэтому не расходитесь. А сейчас позовем всех оттуда для того, чтобы танцевать и сжечь, и бить в экстазе под группу «Два самолета». Вперед! Дайте поспокойнее. Это вот Дан молодой, а мы люди пожилые. Дан вечно молод и весел, и бодр. Да, потом нужно сцену будет убирать. По крайней мере. Так, ну, темно все равно. Вообще ничего не вижу. Поехали. Вот кто похож нас на Стиви Вандера. Черный. Ну, немножко похож на скорее, черножопенький. Ну что, гуляй, черноголовая. Антон, там уже седина, ты что? Ну там не только седина, ладно, не буду тебя расстраивать. Там музыка есть?
Так, ну что, мы тоже поздравляем любимый клуб. Действительно, Дан не шутил, это действительно первый такой клуб, на самом деле. Когда он открылся, вот был вход с Пушкинской улицы, там на самом верху, конечно, это всех нас поразило, и все мы там, ну, проводили довольно много времени. Да, было очень весело. Мы все были немного, ну... Я не могу сказать, вот моложе, на самом деле. Мы все были немного, ну... Бодрее, что ли? Нет, тоже не то. Потому что, видите, задор-то остался. Нет, и... Вот, спасибо, спасибо, Андрей, да. Мы все были немного наивнее и вообще открытие, что ли, да. Ну, ладно. Слушайте, я первый раз в жизни после школы играю в таком маленьком коллективе. У нас осталось вот всего 4 человека. Да. И было всего 2 репетиции. На концертах у нас чего только не было. Ну, негра все видели, да, у нас тоже негр был. И девчонки танцевали, и вообще, ну, всякого было много, а вот сейчас такой коллектив. Нет, я играл втроем, ну, то есть у нас была группа из 3 человек когда-то, это я уже рассказывал ребятам, группа школьная, она называлась группа «Пидры», у нас там было всего 3 человека. Да, школьная, ну, в школе мы играли, да. «Пидры», да. Прости, пожалуйста, тогда это было в тренде, все, очень четко. Мы понимали, мы хотели в мейнстрим, у нас все было продумано. Кто был тогда популярен? Сибры, песниры. И ну, нам тоже нужно что-то подобное. Вот, пидры, да. Нас было 3, но с тех пор всегда в группе было много людей. Спасибо сейчас обязанности всех. Мы взяли, ну, всех остальных музыкантов взяли на себя. Спасибо Мону за то, что он играет очень много за саксофоны, за трубу. Уважает очень много, да, за саксофоны. И огромное спасибо Даниилу. Вот, Даниил играет все гитарные партии, пусть и плюс партии саксофона и трубы тоже. То есть, ну, блин, не знаю, что за вот такая вот всегда нам так везет, что всегда приходится выкручиваться. Но выкручиваемся мы очень удачно. Давайте, сейчас ну, и спокойно послушайте песни, которые вам близки были, когда вы были действительно бодры и веселы. Ой, где там? Про любовь. Что себе позволяешь? Обстановку таким образом накаляешь. Опять вчера не позвонила, не захотела или забыла. Слушай, что себе позволяешь? Обстановку таким образом накаляешь. Амор, 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 амор. Амор, 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 амор. Amor, 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 amor. Чуваком, а я с этим чуваком не знаком. Слушай, что себе позволяешь? Обстановку таким образом накаляешь. Ты мой член так хорошо сосала. Ого! А теперь это делать почему-то перестала. Ага. Слушай, что себе позволяешь? Обстановку таким образом накаляешь. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Ага.
Видеть больше тебя не хочу, а чувака твоего все равно замочу. По-любому. По-любому. Амор, 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 амор. 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 Оль, сделай, пожалуйста, голос погромче. Вот этот. Апч, апч. И во вторую лицо. Мне, мне голосу дайте. И голосу еще барабанщику. Он просто безголосый у нас, ему нужен голос немножко. Ач. Это кто, я что ли? Барабанщику. А, барабанщику, пожалуйста. Это называется не барабанщик, а задняя линия вообще-то. Дай, пожалуйста, больше голоса в заднюю линию. Боюсь нажить себе врага сейчас. И ни одного в этом зале, да? Юра тоже на меня смотрит так. Зачем тебе голос-то? Все, 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 вообще молчу. А, следующая песня как бы написана о животных в метафорической форме. Ну, автор в метафорической форме, видимо, хотел что-то сказать. Но это было так давно, что он уже забыл об этом. Ну не, да, про птиц. Ну как бы не совсем. Ла-п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 а
Следующая песня трудная для исполнения. Вообще кажется, что она очень легкая такая песня. Ну, когда ее слушаешь. Текст очень такой. А что случилось? Заказ пошел? Заказ к нашему менеджеру. Я его что-то тут не вижу. Где он? Да. Сейчас, подождите. Быстренько расскажу про песню и все. И дальше и будем ее слушать. Надо предуведомление. Пояснения автора, они очень помогают всегда. Помогают, Миша? Да, особенно на выставке. Да, все, все, все. Да. Так вот, для нашего певца, ну, одного из наших певцов, которые, да, уже... Ну, в общем, для одного из певцов, он очень-то с трудом, с большим запоминал тексты на русском языке. Я написал ему песню, чтобы он пел по-русски, из одних междометий. С нами Певцов не играл. Певцов, я не знаю, это фамилия? Я про певца. А, понятно. Да. И написал из одних междометий, чтобы ему было легко петь. И я очень удивлялся, что он не может их запомнить. Ну, потом он, да, перестал петь. И мне пришлось исполнять его песню. И я понял, что действительно это невыносимо трудно выучить. Обычно в этом месте я водки просил принести. Оля, но не надо, не надо. Микрофон погромче. Так, следующая песня из
такого периода нашего творчества, блядь, ненавижу это слово, такого периода, когда мы решили, что в песнях должен быть какой-то смысл. Такого со мной еще не было. Взрослые парни кивают, молодые парни молчат, девушки не зевают, девушки знают, куда они мчат. Немец рисует крестик, индеец рисует круг, нужен тычинки пестик, а человеку друг. Происходит. Такого со мной еще не было. Льдины плывут на север, пингвины плывут на юг, овцы кусают клевер, овцы кусают своих подруг. Умер великий Мао, Ленин давно готов, дома меня ждет мама и папа в старом зеленом пальто. Такого со мной еще не было. Я не понимаю, что со мной. Я не понимаю, что со мной происходит. Ходит, ходит, ходит. Я не понимаю, что со мной. Я не понимаю, что со мной происходит. Я не понимаю, что со мной. Я не понимаю, что со мной происходит. Включаю. Вентиляция, включись. Как сразу свежо стало, да? Так. Это хорошо. Мне кажется, для того, чтобы стало прохладнее, нужно кружиться. Особенно девушкам в юбках. Следующая песня, я не знаю даже про что, ну, про образ жизни, который можно рекомендовать. Бежишь, не беги, покури, гашиш. Обстаньте, обстаньте. Зачем спешишь?
сядь, покури гашиш. Обсаньте, обсаньте. Ну что сидишь, не сиди просто так, покури гашиш. Ты ликучий на Рафике. Ну что молчишь, уже покурил гашиш. Человек из ста выпивает с утра полста. Два человека из ста выпивают полтора ста. Мы говорим да, когда нет вреда. Только тогда, когда нет вреда. Владельцы черных бутылок, не прячьте глаза. Бесконечные возможности еще две. Хусейн, он человек-бассейн. Вот жених Хусейн, он человек-бассейн. А у волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. У волшебника Сулеймана все без обмана. Владельцы черных бутылок, не прячьте глаза. Бесконечные возможности и еще две. Куда бежишь? Не беги, покури гашиш. Зачем спешишь? Сядь, покури гашиш. Куда бежишь? Не беги, покури гашиш. Зачем спешишь, не спеши, сядь, покури гашиш. Куда бежишь, не беги, покури гашиш. Ну что молчишь, уже покурил гашиш. Аплодисменты могли бы быть и погромче. Да, братцы, однажды, бляха-мух, несколько лет назад меня спросили эти журналисты. Ну, говорят, вот такой важный вопрос. Скажите, почему рок-музыканты забывают тексты песен? Могу сказать, от старости. От старости, да. Вот сейчас, я только сейчас могу ответить честно на этот вопрос. Просто уже ты столько раз поешь эту песню, и уже не помнишь смысла ее. Они, слова, уже так просто существуют уже помимо смысла, помимо тебя и помимо музыки. Это черт. Следующая песня вам хорошо знакома. Не обижайтесь, если я забуду слова. Вы их все знаете. Парой. И даже свой первый сексуальный опыт я приобрела с Михаилом. Миша. Но вот я закончила среднюю школу, и родители мои захотели, чтобы я в институт поступила престижно и перевелась уехать в столицу. Москву! У меня есть подруга Наташа, мы с ней вместе учились в школе. Средний. Родители мне предложили, чтобы я взяла с собой подругу. Напрасно! Когда мы прощались с Михаилом, наше прощание было нет. Очень-очень! Мы поклялись верно, эту грубо и твердо решили жениться. Подруга подкинула проблем, сука! Подруга подкинула проблем!
шлюха. Подруга подкинула проблем. Сука. Подруга подкинула проблем. Трубы. Спасибо надежным папиным связям, они тут поступили престижно. Спасибо. Сняли квартиру в центре столицы и жили там вместе с Наташей. Пойди еще. Наташа очень изменилась, совсем не думала о занятиях. Она ходила на все вечеринки, где веселились. Пили, курили. Подруга домой приводила парней, я чувствовала себя неловко. Еще и однажды, вернувшись домой, я застала там четверых. Наташи не было дома, а парни пили спиртное. Вот я очень испугалась, убежать пыталась, но парни закопали дверь. Подруга подкинула проблем. Сука. Подруга подкинула проблем. Шлюха. Подруга подкинула проблем. Сука. Подруга подкинула проблем. Я очнулась в больничной палате. Подробности того, что было, не помню. Рядом со мной сидела Наташа, и лицо ее было в слезах. Она сказала, что была проституткой и поссорилась со своим сутенером. Гуляла. Слишком высокой для меня оказалась цена моей дружбы с Наташей. Наташу отчислили из института, и ей придется ехать обратно. Жопец! А еще через несколько дней ко мне приехал. Ой, Миша! Мы были в квартире одни и чудесно провели эту неделю. Без трусов! Он подарил мне обручальное кольцо и сделал мне предложение. Подруга подкинула проблем. Сука! Подруга подкинула проблем. Шлюха. Подруга подкинула проблем. Сука! Подруга подкинула проблем. Соло на гитаре. От Миши долго не было писем, я почувствовал что-то плохое. Я приехала домой, и мне мама сказала, что Наташа выходит замуж. Ого. Она давно имела виды на Мишу, и вот теперь он стал ее женихом. Ага. Она наговорила про меня такое, что волосы у Миши шевелились. На жопе! Вернула ему обручальное кольцо, и больше все не встречалась. Никогда! Вот так я осталась одна, раздавленная два раза. Вот такие бывают в жизни повороты. Это не значит, что никому нельзя верить. Жизнь очень сложная штука. А Мише нужно оторвать яйца! Оторвать яйца! Подруга подкинула проблем! Шлюха! Подруга подкинула проблем! Сука! Подруга подкинула проблем! Все вместе! Подруга подкинула проблем! Какая страшная песня! Подруга подкинула проблем! Шлюха! Подруга подкинула проблем! Сука! Подруга подкинула! Подруга подкинула проблем! Антон, давай еще раз подвигу. Браво. Не-не, попозже. Все там в баре поназаказывали всего уже, да? Моя любимая песня. Как я ее в группе в нашей вот продавил, чтобы ее исполняли вообще просто. Это такой был, да. Ну ладно. Чебурашка огонь. Чебурашка вообще супер. Последний герой Чебурашка. Да. Ладно. Сейчас другая песня, она тоже хорошая. О, ой, мой муж. Узнал сразу даже в темноте.
А сейчас про другого. Про, наоборот, академика. А у меня была академика курчатого бородка. И были у меня, да, были у меня когда-то академика курчатого усы. Академика курчатого, 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 академика курчатого бородка. Академика курчатого, 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 академика курчатого усы. Продолжаем играть. Курчатого бородка. И были у меня, да, были у меня когда-то академика курчатого усы. Академика курчатого, 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 академика курчатого бородка. Ой, академика курчатого, 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 курчатого бородка. Академика курчатого, 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 академика курчатого бородка. Академика курчатого, 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 академика курчатого усы. И соляги начались. Больше барабанщику. А у меня была, да, у меня была академика курчатого бородка. И были у меня, да, были у меня когда-то академика курчатого усы. Академика курчатого, 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 академика курчатого бородка. Академика курчатого, 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 академика курчатого усы. Он ее напевал в Горьком, они сидели. В Горках где-нибудь. И... Антон, проси немножко виски, пожалуйста. Немножко виски, пожалуйста. А что какое? А какую? Я прихожу к тебе, что ты все время ешь. Мы сейчас посвящаемся, не могу обещать. Я тут не один в коллективе, к сожалению. Так. Ну что, песня действительно про последнего героя. Последний мой прекрасный герой, любимец, сказочный. Чебуреки, Чебоксары. Луна по ночам надевает фату. Море напяливает рубашку.
я поимею и эту, и ту. Я магический Чебурашка. Я синий сельди и моря тату, под ним прогуляюсь барашка. Не выгружусь я и не утону, я мистический Чебурашка. Я мистический Чебурашка. Я кармический Чебурашка. Я кармический Чебурашка. Па-па-па-па-па. Ла-па-па-па-па. Ла-па-па-па-па. Отправился в море мой крестный отец, за ним поскакала мамашка. Остался один я, мне скоро пиздец. Скоро пиздец Чебурашке, 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 скоро. Браво, Мон! Спасибо, как смог. Ой. Впервые эта песня звучит без трубы, но зато с гитарой. А, это часто раньше звучало в КБ и вообще в бюро в разных дизайнерских, конструкторских, ну, да, понимаете. Эта фраза, да, будем чертить. Сейчас не знаю, как они там чертят.
Ой, господи. Измерили все линейки. Кто-то принес транспортир. Кто-то открыл готовальню. Будем чертить, будем чертить, будем чертить, будем чертить. Нарисуем человека. Будем чертить, будем чертить, будем чертить, будем чертить. Чертим, 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 чертим. Жена. На. Я не гулял с собакой. Бакой. Я не погулял с собакой. Гав, гав. Будем чертить, будем чертить, будем чертить, будем чертить. Я потерял резинку. Хуй. Я потерял резинку. Хуй. Я потерял резинку. Хуй. Кто-нибудь видел резинку? Резинка. Будем чертить, будем чертить, будем чертить, будем чертить. Хорошо. Портреты, хитрые злые лица.
нет врагов. Ты сама их сегодня бросила, чисто вымытые стекла зрачков. Руки пахнут винтовкой Мосина. У тебя больше нет врагов. Ты сама их сегодня бросила. Там у стойки бара чашкой звенит о блюдце. Это молодой Че Гевара, крокодил мировых революций. Женщины в теплых странах целуют его портреты. Он об этом не знает и никогда не узнает об этом. Вымытые стекла зрачков. Руки пахнут винтовкой Мосина. У тебя больше нет врагов. Ты сама их сегодня бросила. Чисто вымытые стекла зрачков. Руки пахнут винтовкой Мосина. У тебя больше нет врагов. Ты сама их сегодня бросила. Жертвы землетрясений машут ветками вербы. Вербное воскресенье. Мозга трещит Коран. Под воздействием винного пара в зеркало глянешь с утра. В зеркале Че Гевара. Чисто вымытые стекла зрачков. Руки пахнут винтовкой Мосина. У тебя больше нет врагов. Ты сама их сегодня бросила. Чисто вымытые стекла зрачков. Руки пахнут винтовкой Мосина. У тебя больше нет врагов. Ты сама их сегодня бросила. Это следующая песня. Написал для своей подружки эту песню. Когда ей, то есть показал, она сказала, что ни один идиот не будет эту песню петь. И вот уже который. Пожалуйста, пожалуйста, поют, распевают. Записывали раньше, мы на кассете ее издали когда-то. Так переписывали еще, напевали, ходили. А? Ни один идиот. А? Спасибо, Антоша. Я буду фальшивить сейчас. Ну, так это всем идет, что ли, тогда, что ли? Ну, что ты? Ой. Про любовь. Глаза твои бесстыжие, бесстыжие глаза. Глаза твои бесстыжие, бесстыжие, бесстыжие глаза.
рок. Главный, не самый главный, японский городовой. Помни порою давний, встретились мы с тобой. Заснули, горный заснул ау. Она собрала баулы и главные тела баул. Глаза твои бесстыжие, бесстыжие глаза. Глаза твои бесстыжие, бесстыжие, бесстыжие глаза. Александр Македонский, между прочим, голубой. 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 Нет, без перерыва, просто до конца и все, и сразу пойдем. И сразу бухать. В бар. И сразу бухать. Не-не-не-не, спасибо. Я понимаю, что вы на что-то намекаете, но я пиво пить не буду. Не-не, пиво меня не купишь, нет. Я уже человек взрослый, аре. Это так, для молодых баловство. Все, что ли? Все, расходимся. Я представил себе, выпил и упал. Не-не, у этот не упадет. На что-то намекает, а? Ладно. Петь. Когда я еще был мальчик, и в небе луна светила, хотелось мне прикупить стаканчик местного пива. Теперь я уже стал взрослым, толстым и вообще красивым. Когда ж привезут мне из космоса небесного пива? Я ездил в далекие страны, надеясь там стать счастливым, но
мне все это снится, а это и правда было. Во сне я никак не сумел напиться небесного пива. Когда я глаза открою, когда мне наступят вилы, быть может, узнаю на вкус ты такое небесное пиво. Пиво! Все было довольно мило. Желаю и вам как-нибудь нажраться небесного. Цирк закачается, на этом наше представление кончается. Мы сейчас уходим в соседнюю комнату, а вы топаете ногами, и мы приходим через 2 минуты. Это как будто бы бис. Можно не сразу начинать, через вот минуту там, знаете. Эй, черт побери, жертва соцсетей, надо орать, чтобы еще раз вышли. По-английски это звучит «We want more! We want more! We want more! We want more!» 2 самолета, легендарнейшие! Ребят, кстати, на 3 секунды. Не расходиться надо еще вот из-за чего, перед чем пока самолеты не сыграют свой фантастический бис. Во-первых, Оль, вот у меня в руках то, что я вам сейчас разыграю и подарю. Оля, ревер дай. Во-вторых, Паша сейчас делает чили, всех угостим чили кон карне. И, наконец, сейчас вы вообще, вот извините, другого слова не найду, охуеете. Апч. Приехала Текила Джаз, она будет играть сегодня. Воу! Мы пока играем. Что дальше, не знаем, что будет. Yeah.
посыпал тебе губы солью помой. Лежишь, а ты рядом лежишь, уже поваливаешь. Целуй скорее мои губы соленые. Мы влюбленные. Хлопчатые, а ты играешь со мной в эти прятки проклятые. В море волны такие соленые, мы влюбленные. Дана. Два самолета, аплодисменты ваши.
Ребят, не скупите свои эмоции. Все аплодисменты нашему любимому клубу «Фишфабрик». Ольга, я тебя просил включить свет, когда я выйду. Сейчас включаем свет и начинаем еврейский момент нашей вечеринки под названием «Вышел Шувалов с подарками». И сейчас Вилинский купит все подарки. Правда же? Ты такой солидный костюм носишь. Why me? Дорогие друзья. Эй, Ходаковская, ты меня помнишь? Давай побольше свету, побольше. Не мне в глаза, а так, чтобы народ себя видел. Это вот конвертик вместо шляпы. Глядя на Вову, почему-то я говорю шляпа. Кстати, Вова Винни, один из прославленных диджакеев, мой ученик, шутка. Не шутка, что прославленный диджакей, что ученик не шутка. Короче, о чем бишь я? Сейчас со всей, что называется, общественно опасным способом будем разыгрывать призы. Фишфабрик сегодня приготовила целую кучу призов. Показываю. Первый лот — это два, причем их больше нет. Я говорю, пацаны, подарите, говорю, мне тоже на холодильник на свой. Он как раз с размером с этот магнит. Давайте, говорю, мне на холодильник. Они говорят, нет, сделали два всего. Вы понимаете, кризис. Вот таких вот два магнита — это первый лот. И хочу вам сказать следующее. Стоимость лота начальная — 1000 рублей, соответственно, ход — 100 рублей. Понимаете, да? Кто будет пытаться воровать, поверьте, у нас хорошие борцы стоят на выходе. Следующий лот — показываю. Их тут два, но я вообще сам бы себе хотел поиметь. Два бокала вот таких пивных. Я так понимаю, что 0,3. Фишфабрик с 1994 и вот с черепком тоже вот демонстрирую. Имеются в наличии такие. И, соответственно, то, что вообще сделала фантастическая команда ребят. Сейчас прочитаю их название, чтобы они потом, ну... Но я от них получил 1000 долларов за рекламу. Я же должен отработать, правильно? Ребята называются Motherfucking Hell. Не Motherfucking Hell они называются. Они называются FreshDecors.ru. Вот такие вот две офигенные, нет, совершенно фантастические ручной работы с принтом футболки, растягивающиеся со всеми делами. Итак, понимаете, да? Две футболки, два бокала и две... Кстати, чем дольше будет продолжаться аукцион, тем дольше не выйдет Tequila Jazz, поэтому вам же хуже. Отсюда мораль. Первый лот. 1000 рублей. Два магнита. Йоу. Ну? Вы понимаете, больше этого нет в принципе. Это не то, чтобы то, что вам дарит этот усатый Якубович в поле чудес. Там у нас есть кружка, говорит он. У нас нет кружки, у нас есть два магнита. 1000 рублей за лот. Минимальная стоимость. Больше нет. Кстати, поприветствуйте слона, он же Паша Запорожцев, владелец этого клуба. Да, здравствуйте, привет. Ну вот уже 23, да, ну вроде как и не 25, да, скажи, и не 20, но вы-то все любимые. Не, смотри, если 25 Баба Ягодка, да, опять, то 23 жопа подотри. Что это в этом роде? Поаплодируйте, Паша Слон, ну ёперный театр. Не знаю насчет там чего подтереть, но то, что вы есть и то, что вы ходите, спасибо вам, правда. Во-первых, а во-вторых, Паша сейчас еще всех будет подчивать чили своим конкарным. Ну, конечно. Это правда. Вот. Он готовится. Не, ну как своим? Не своим, конечно, но ты понимаешь, он сам готовил. Каждый год те, кто приходят, знают, что Паша делает чили. Поаплодируйте Паше. Да, это правда. Хорош мужик. Я сейчас ему, конечно, скажу не в масть, но я думаю, рано или поздно на этой сцене мы найдем их, обнявшихся с Олегом Лобецким, который пока в тени у нас. Но как бы то ни было, он все-таки... Лет через сто. Вот, понимаете, сколько жить собирается? Да, да. Итак, первый лот. Смотрите, ребята, ведь я долго ведь тянуть резину в долгий ящик не буду. Сейчас просто вручу этот дусеру. Или мы с Пашей просто это придется покупать. Нет, понятное дело. Но за 1000 рублей я сам куплю. Два, вот их больше нету, понимаете? Вот, а их прилепили, всего забыли. Две штуки изготовили. А к вам потом приезжают, в зависимости от вашей половой... Больше в мире таких не будет. В зависимости от вашей половой предпочтительности. Либо приезжает к вам любовник, либо любовница, либо любовник с любовницей, и вы говорите, вот только у меня это есть. И они прям сразу... Есть желающие? Все вышли покурить просто, понимаете? Все угорели, два самолета пролетели. Все-таки эскадрилья. 1100. Да ладно. Уже неплохо. Тебя жена заругает потом. Ну, я даю 1200, хорошо, да. Не, все, отлезь, 1200 дают. Все. Не, я уже 1200. 1200 дал. 1200 раз. Два магнита. Два магнита. Два магнита на холодильник. Фишфабрик, это просто, ну, правда, два их всего есть. Два экземпляра. Я просил их больше нету. На планете Земля. Да при чем здесь планета Земля, в конце концов? Ну, есть же какой-то... Потому что мы на ней живем. Тоже является частью Вселенной. Как-то так.
Полторы. Полторашка. Дусер. Смотрите, музыканты, поаплодируйте. Дусер, барабаны, текила, джаз. Александр Егорович Дусер. Воронов. Воронов. Он же Дусер. Да. Воронов, он же Дусер. Дусер в переводе с французского значит не очень грубый, чтобы было понятно дамам. Итак, полторы тонны Дусер дал. Полторы тонны раз. Эй, давайте кто-нибудь перебейте барабанщика Текилы Джаз. Не то, чтобы перебейте, а имеется в виду... 1700 раз. О, неужели? Есть еще люди во вселенной. Так, ребятки, эй, не скупитесь на эмоции. В конце концов, да. Я, конечно, понимаю, что в этом... Паша... В этом зале, конечно, мало людей, которые помнят, как я распродавал тот фиш-воды, который был... А вы думаете, что вас никто не перебьет? Я, например, даю 1800. Да, который был на 400, на 4-м этаже. Тогда продавали окно. Я говорил, стеклобутылочное полно рыба. 1800, говорю я. Его, да подожди ты, его купили за 800 рублей по тем деньгам. И с утра приехали люди с бензопилой вырубать. Понимаете? То есть вообще они по-серьезному подумали. 1800 дает человек. Да. Паш, на кой тебе... А, ну, с другой стороны, один мне подарок. Ну, еще, естественно. 1800 раз. Где? Две. Да подожди. Александр Егорович Воронов. Да две. Александр Егорович Воронов. Слушай, вообще, где Ходаковская? Светит, как в гестапо. В глаза, блин, лучше бы здесь свет врубить. Она же обещала. Ты что, писать пошла или блевать, бэйби? What's up? 2000. Смотрите, а? А? 2000 раз. А вот надо вот в баре сателлиты вешать, вот тогда все бы было. И на две улице. 2002. 2003. Правосудие Александр продано. Александр Егорович Воронов. Мало того, что приехал к нам играть, Саш, извини, у нас правило. Изволь положить бабло вот сюда. Не-не-не-не-не. А ты мне потом на рыбалке подаришь. Ну, хорошо. Up to you. Да ладно, будем считать, что ты нигер, а он белый. Все, вот, давай. Вот договорились. Окей. 2000 неси, пожалуйста. Опять? За листание, чтобы все было честно. Нашулил, у нас никакого блата. Да? Нет, это все пойдет... Видит Бог, я не жулил. Это все пойдет в фонд ветеранов, проливавших кровь за короля в проливе Падыкале. И на такси там, конечно. Вместе с Васильной поедете. Нет, такси... Подожди, он тебя теперь будет неделю на такси катать. Че ты... Не, все родные. Не, ну за грин-карту заплатим. Саша Дусер, барабаны, Текилы Джаз, поаплодируем. А смотрите, ура! Купил первый лот. Йоу, what's up? Саня уже сказал, что можно настроиться. Да. Итак, две кружки, смотрите. Одна с черной мордочкой, вторая почему-то не с белой, как в том случае, а с красной. Будем считать, что у нас дружба народов. Лот тоже стоит 1000 рублей. 1000 рублей. Ход может быть только 100 рублей. Итак, вот, посмотрите, две, опять же, две стопки для пива, которых больше нету. Экскузимо. Но, опять же, таких точно не будет. Ни третий, ни четвертый. Ну, это просто экскурсия. Нет, это правда. Нет, у них, я пытался себя отжать. Вообще говорят, не-не-не, Шувалов, иди гуляй лесом вообще. Все. Не, подожди, ты можешь себе за 1000 рублей. А, нет, ну, конечно, да. Естественно, подожди, да. Обожи ты сейчас. Да все там все распилим сейчас. А, кстати, давайте, подожди, может быть, ажиотажа будет больше. Ребята, если нужно слегка подстроиться, заходите на сцену и ничем себе не отказывайте. Текила Джаз через несколько минут здесь. Да. Люди, вы не ослышались. Ни Джамирохвай, ни Инкогнито, а Текила Джаз. Клянусь, никто даже из организаторов данного мероприятия об этом не знал. Да, это точно. Да. А я как спонсор мероприятия вообще не знал, во что вложился. Да. За что они просили 2 ляма. Итак, лот 2 стакана для пива. Ход 1000 рублей. Не, ход 100 рублей. Не, ну имеется в виду цена 1000 рублей, я уже конечно, начинаю путаться. Стартовая цена. После такой прижимистости какой-то, как... Вы знаете, там на Амуре есть такой еврейский автономный округ. Вот что-то вот там, вот, по-моему, вот так это продается, нет? Не, кстати, вот эти, они более безбашенные. Я уже, конечно, даже взмок под софитами. Это... Я, конечно, бы хотел посмотреть на звукорежиссершу и после этого сказать ей пару ласковых. Усталый российский автономный округ, да. Друзья мои, 1000 рублей. Кто больше? 1100. Не, ну ты с ума сошел. Не, ну давай, хорошо, я тебе отдаю за 100, а ты сегодня мне девушку... Нет. В том все и дело, понимаешь? О, видал, миндал. Еще... Посерьезнее видали, и те убегали. 1000 рублей. Раз.
1500. Да? Раз. Наконец-то. Молодец. Есть. Поближе приходи. Сейчас с тобой будут бороться. 1500. Раз. Кто больше? Ребятки, таких правда больше нет. Фиша. Это же легенда. Потом на в музей. На самом деле, даже сдадите у меня таких в музей. Не будет, клянусь. Ну, я, если мало того, я можете сдать в музей и нажить денег за этот, ну, за экзибишн. Кстати, вот глядя на Текилу Джаз, единственное, с чем хочу вас поздравить, с тем, что в наш город приезжает еще один великий человек, Робби Уильямс. А во всем остальном вот только Текилу Джаз. Поаплодируйте ребятам, они сейчас настраиваются. 1500 раз. 1500 раз. Ходаковская, здесь ты, нет. 1500. Два. Показываю. 1500. Раз. Нет, какой два там? Раз. Как говорят, раз не Костюшкин Стас. Понимаешь? Так что да. Не надо. Ну, кто больше? Ну, что ты там прячешься за девушкой-то? Так не культурно. О. 1500. Раз. 1500. Два. Хорошо, 1600 я беру. Бля, все. Твою мать, а. Ну, 1600. Ну, раз. Просто... Я такие кружки сделал один раз. Что сказал? Для себя. 1600? Почему нечестно? Ну, у меня правда не, ну таких не... кружек больше не нет, будет. Это прав... да. Это не Стебалово, серьезно. Это больше абсолютно. Нету. Ходаковский, ты свет включишь наконец, а это выключишь? Или где ты? Ребята, давайте искать Олю. Это а, вот абсолютно она. Честно, потому что мне они тоже нравятся. Я не буду сильно демпинговать, ну, и мочить вас. Ну, 1600 я сам возьму. Кружки матовые. Смотрите, у нас уже за это время 23 года фишерик. Тырют. Жарко тут под софитами. Слушай, все. Кстати, давайте вспомним Жени Федорова, известного как Ай-Яй-Яй. Вот как вот все стоять эти годы под софитами и не сдохнуть, а? Короче, 1600 ты сказал? Да, я сказал 1600. Раз, хорошо, еще раз, не плексиглаз. Все сдулись, что ли, это как? 1600, таки два. Еще... Приготовил. Стих приготовил, отлично. Ты представить себе не можешь, что я дома приготовил. Ферганский плов. Поэтому со стихами позже. 1602. Ну? Слушай, не, ребята, ну я забираю. Нет, такие все мне пришли. Нравится, я буду из них пиво пить. 1603. Да. Все. Паша, изволь деньги засовывать. Давай, засовывай. Поаплодируйте, Паша слон купил себе. Спасибо. Ну, я владелец бара купил. Я действительно их хотел. Потому что, ну, они мне дико понравились. Ну, чтобы было понятно, сам себя трахнул. Понимаете, удивительно. Вот сам, ну, у своего бара купил две кружки для пива. Обалдеть. Ну, это правда. Пашка, потому ты прелесть. Они будут стоять у меня дома или в каждом баре. У меня два бара, две кружки. Мне будут Паш, если честно, Паш, это если честно. Это офигительно. Паш, если честно. Все будут знать, что это кружка, из которых пью я. Люблю, да. Ну, а что, выпил, украл, выпил, в тюрьму, все. Поаплодируйте, Паша слон. Спасибо. Но сейчас самый главный лот, и причем у нас стоимость лотов не меняется. У нас стоимость лотов не меняется. Сейчас я посмотрю, какого размера, чтобы там... Я правда хотел кружку, теперь сейчас, отключаюсь. Сейчас Вова, да. Винни себе купит такую футболку. Все, здесь всем спасибо, всем пока. Подождите. Поаплодируйте Паше, пожалуйста. Я вас очень прошу. Я его очень люблю и стесняюсь. Иногда. Павлик, ты еще забери свою, пожалуйста, еще один трофей. Который тебе Дусер подарил, чтобы тут у нас не отсвечивало потом. Деньги ты положил, не? Ты деньги положи, не? Тут две штуки всего. Ты да... Не-не-не-не, потом меня упрекнут меня. Не-не-не-не-не. Тону 600 давай, выкладывай. Нехер, так сказать. Леди джентльмены, я все понимаю, но у нас самое главное. Обратите внимание, Саша сказал, что готов. Вот это пока лучшие футболки, которые были за все это время. О, наконец-таки! Ольга! Я на тебе женюсь в натуре. Поаплодируйте моему вот решению, которое сейчас возникло. Твою ж мать, а вообще. Я думал, тут вообще никого нету, а тут такая туса. Ребята, итак, вот лот стоит 1000 рублей. Две футболки размера L. Тянущиеся. С офигенным принтом. Здесь еще вот такая вот хреновина имеется у нее. То есть можно перепутать с карманом, вложить туда пятихатку и тут же ее проебать. Ну и, соответственно, вот здесь еще такая вот такая прям штучка. Поверьте на слово, что... О, теперь да. Павлик, ты честный человек. Поаплодируем Паше и его честности, а? И самое главное, что есть здесь еще футбольные хулиганы. Я, меня правда, поймут, клянусь здесь... вам, они очень обалденные. Здесь есть патч. Патч отстегивается. Я сам себе даже никогда такого не позволил, но теперь да.
Паша, дай мне коммерцией заняться. На этом паче есть возможность написать ваше имя, он отстегивается, когда вы стираете футболку, понимаете? Вот такая история. А потом можете прилепить себе, например, на труселя, и там типа Вова Винни, понимаешь? Итак, две футболки от Fish Fabric в день 23-летия. 1000 рублей раз. С Дусером у нас давнишняя дружба, такой берет меня, припахивает, говорит, подержи это, подержи то. А я могу сюда попеть? Не, не могу туда попеть. 1000 рублей за две футболки. Йоу, what's up? Я уже весь истек, вы видите, серьезно. У меня уже там по жопе течет вообще пот, полный вперед. Давно сочиняю стихи, да, можете не аплодировать. Давайте еще пока. С днем рождения, Fish Fabric! Вы что, трезвые, что ли, все? Мать вашу! Две футболки волшебные. Черные, черные, фишфабричные. Самое главное, что вы их можете купить в баре другого дизайна, такого более бюджетного, за 700 рублей штука. А здесь две за 1000 отдаю. 1000 рублей раз. Санек, надо пока еще? Не надо? Держу пока. Не, почему на пол? Я могу в карман засунуть себе. А так потом и уйду, ты же знаешь меня. 1000 рублей, две футболки. Ну, не, причем мне понравилось, что магниты нужны были. Так, подождите. Две футболки с моим потом. Это гораздо дороже. Ну, две? Две тонны. Две тонны, молодец, сюда выходи опять же. Слушай, вообще торговец нормальный. А потом выяснится, что у него в штанах ничего, кроме члена, нету. То есть денег, в смысле, нету. 2000 рублей раз! Как там ведут, там. А это тот самый Бен Ладен, она сама, которую я в детстве обидела мама. Кстати, эту песню я в свое время с Текилой Джаз исполнял на пивном фестивале. Это правда. Две раз, две раз, две. Знаешь, дорогой мой, я настолько старый человек, что у меня есть шувалская поговорка. Непрошенный совет хуже верховного. Поэтому посоветуй жене. Или встань перед зеркалом, советуй себе. Итак, 2000 рублей. Раз. 2000 рублей. Два. 2000 рублей. Три. Продано. Сюда иди. Молодец. Красавец. Джигит. Как тебя зовут? Дима. Дима. Неплохой Дима такой. Из хасидов, нет? Ладно, извини, это случайно. Вырвалось. Это из-за прически из-за моей. Снимают все телевизионные трансляторы. Друзья мои, поаплодируйте Диме. У Димы есть совершенно эксклюзивное белье теперь. А я уматываю с этой сцены для того, чтобы через какое-то время, если Оля потушит нам свет, предоставить ее Текиле Джаз. Ваши аплодисменты! Здравствуйте, народ! Эй, народ! Услышь мой крик! Поздравляем Fish Fabric! Ему сегодня 23, еще молод, не старик. Ну-ка, вместе все со мной! Долгих лет тебе, родной!
Долгих лет тебе, родной! Долгих лет тебе, родной! Ура! Я не очень похож на Гарика Сукачева в таком виде. Я надеюсь. Но, по крайней мере, сегодня еще не пил. Что говорите? Мы тут немножко понастраиваемся, ладно? Сашка, сыграй что-нибудь, пожалуйста. Оля, ты готова? Мы не видим. Оля, ты готова? Наверное, готова. Ну, раз Оля не отвечает, мы будем слушать за вас тогда. Вы для нас будете коллективная Оля. Спасибо вам всем. Ну, с днем рождения, дорогой клуб. Это будет завтра. Тут есть многие люди, которые, наверное, не знают о том, что, кто мы такие. Это совершенно нормально, потому что мы этот клуб открывали, когда он был еще на 5-м этаже, там вход с Пушкинской 10. Это было 23 года назад, и многие из вас еще не родились тогда, как мне кажется. Ну, мы попробуем что-нибудь сыграть. А вы подпевайте, если можете. Можете еще? Ладно, Оленька. Мы начинаем. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Гитару прибери, пожалуйста, Оля. А кенты лето все наглее. И уж на море, море, море свежих новостей из Ленинграда. Из Ленинграда. Трава изябрит, пассажир жаритает сливочный пломбир. В руках у Кати, в руках у Кати. Тянул на верхних этажах, велосипеды дремлют в гаражах моих печати. Да-да-да, кто оттенит земное солнце в лес. Флаги японцев, желтые лучи дымом от печи. Солнце дышит, падает с крыши, скрипят за городом лыжи. Ближе у реки быстрые коньки. Но кто оттенит зимнего солнца? Награда. Так тебе и надо. Woo! Ты стал вином. Пик шоколада. Белые ограды. Все падает там. Кто оттенит землю солнце в лето, как на флаге японцев желтые лучи. Дыма от печи. Солнце дышит, падая с крыши. Скрипят за городом лыжи ближе у реки.
солнце. Спасибо, друзья. Надо Ольге сказать. Как бас-гитара звучит? Говорят, очень плохо. Значит, так и должно быть. Мы продолжим следующую песню, написанную специально для этого клуба, в этом клубе и про этот клуб. Потому что были времена, когда мы отсюда не помним, как уходили. Это было часто. Но иногда, особенно если это было после Грибоедова, то, конечно же, не помнили, как мы приходили сюда. И наоборот. Пробуем. На свете чудес. Космос, Париж, Мерседес. Ты вдалеке, ты вид. Клубный реановый блеск. Взять друг начало, куда привык. Сперва Грибоедов, потом Пишаприк, это сила. Стоящие у дверей, пустить за мной друзья и за мною текила. Это сила. За моего охранника 40 рублей. И крикну бармену налей, но по 40 зекрилы. Это сила. Солнце утро накажет меня. Пусть дома скажет моя семья, что я семья, но это не я, но это не я. Во всем виновата текила. Стаканы на стол, луковичи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, а я говорю, что буду. Луковичи, стаканы на стол, луковичи, стаканы на стол, луковичи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, а я говорю, что буду. Наливая, наливая, наливая. Наливая, 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 наливая
Спасибо, друзья. Спасибо, друзья. Сейчас настроим тут что-то. Как звучит-то? Ничего. А такие инструменты странные, видите? Очень хорошо. Это так редко случается, я все довольны. Когда
ветром в ногу. Это снежная дорога, это снежная дорога. And I think to myself, what a wonderful Фабрик. Поздравляем с днем рождения. 23 не шутка, но и недостаточно. Долгих лет.
Спасибо, друзья. Мы называем Текила Джаз. Приходите на концерт через неделю. Спасибо, друзья! Да какого кокаина, ребята? Новые времена... Для самых стойких, не склонных к ностальгии, но все же помнящих то, что было. О, Александр Воронов хочет сказать. Дусер. От всей души поздравляю клуб «Фишфабрик» с 23-летием. Дай Бог здоровья и еще столько же раз постолько. Пашка, все, кто имеет отношение к этому клубу, здоровья вам, счастья, чтобы все ваши планы исполнились. Все, что вы пожелаете, пусть исполняется всегда. Делайте, что должно, и будь, что будет. Я тебе помогу. Анекдот будешь рассказывать? Есть анекдот? У меня анекдоты только рыбацкие. Рыбацкий анекдот, Дусер. Ну, многие его знают. Он, конечно, имеет слегка такой нуар-оттенок. Оля, Дусер будет петь тоже. Включи микрофон. Но анекдот хороший. Стрящок у тебя в штанах даст. Анекдот такой, значит, похороны.
такая кавалькада машин, джипы там, прицепы, лодки, понимаешь. Все, что нужно, как бы, но похороны. Ну и стоят вот местные, как бы, такие говорят. Ну, как-то вот это, вот, наверное, вот хороший рыбак известный, наверное, был, вот, да. Такое окошко открывается, так. Да нет, это жена его. Сейчас вот все сделаем и на рыбалку. Давай, Евгений, дорогой. Ну, в общем, поем все вместе. Текст знаете. Полковые трубы тоже ничего. Отрубили вечер. Празднуя багровый закат. Да? Расскажи мне, мама, что это за птицы и зачем они так долго кричат? Черный Джек пришел в наш порт. Йо-хо-хо, привел свой флот. Йо-хо-хо, давайте, не стесняемся. И во фрегат. И йо-хо-хо, звенит на бат. Вот и мама пришла. Был он парень храбрый, и во всех борделях знали про его быстрый нож. Оторви мои мизинцы! Золотые трюмы, каменное сердце, паруса из человеческих кож. И на десяти морях он сеял кровь и страх, но был мечтой для молоденьких вдов. В бою кто выжил, пил текилу, грок и ром. Кто умер, йо-хо-хо, в желудках рыв вошел могилу. Мама встречала его корабли. Долго он плавал вдали от земли. Солдатами схвачен с малою. Так бы объявил 13-е. Больше, чем мертвый, на реве сидит черный Джек. Спасибо вам всем, что вы есть. Спасибо, что вы просто вот существуете на этой планете Земля. Вы делаете ее, правда, лучше. Всем спасибо. Вы прекрасны. Паша, с днем рождения клуба. Спасибо, а завтра Жень. Нашей группы день рождения. Мы старше их на целый год. А, мы же всегда это делали вместе. А 3 декабря... сентября. Это... Подожди секундочку. Получается плюс 2 всегда. 25! Текила джаз. Нет, 24. У вас всегда... Подожди, всегда плюс 2 было. Дружок, 24, плюс 1. А, плюс год, да. А, потом. Кто сюда пустил того пьяного подростка? Приходите 10-го на концерт на крышу хай-хета. Евгений Федоров, Текила джаз. Аплодисменты! Ребят, я не знаю, как у вас там. Еще извините, что я все время стебаюсь. Это троллинг, блядь, шопинг и вся хуйня. Но вот я плакал, потому что, вот я серьезно, сейчас пустил слезу, Оля меня спрашивает, что такое? Текила джаз, Фиш Фабрик, всю жизнь справляли вместе. И самое главное, вот этот пьяный подросток в красивом костюме, который называется Пашка Запорожцев, мой ровесник и вообще волшебный красавец, владелец этого клуба, он еще сейчас угостит всех, поэтому не расходитесь. С днем рождения, Фишан! Но угощи... Угощение следующее, ну, традиционное чили и торт. Выходим во двор, кушаем, наслаждаемся. Спасибо вам. Ведь любой день рождения — это всегда сюрпризы. Я просто хочу сказать, что вот великий музыкант Армен Монджан Чекунов, попирающий своими ногами вселенную, затмевающий собой солнце и луну и все звезды на небесах, у него есть отличная программа для детишек и для взрослых.
И мы вот с удовольствием с Мончиком ее делаем. Да, вместе со мной и с другой группой. И мы сейчас поем очень хорошую песню, которая нам нравится, она из детства. И специально для вас и для клуба «Фишфабрик». Не, у меня с зубами все хорошо. А ты, блин, не знаешь, что это такое. Да? Это же молоко. Сейчас с тобой поделятся. У меня с лицом не все в порядке, а с зубами все нормально. И с лицом у тебя все хорошо, ты лучший. Ура! Оля, дай ей реверку, пожалуйста. Вот, вот. Кольцо не снимается, буду ложать. Ночь прошла, словно прошла боль. Спит земля, пусть отдохнет, пусть у земли, как и у нас с тобой. Там впереди долгий, как жизнь, путь. Я возьму этот большой мир каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Я возьму память земных звезд, буду плыть в спелом густом льне. Там вдали, там возле синих звезд, солнце земли будет светить мне. Я возьму этот большой мир каждый день, каждый его час. Если что-то на-на-на-на-на я забуду, ла-на-на-на-на, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Спасибо, Фишфабрик! Поем все вместе. Слова можно напоминать, потому что я их не помню. Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена. Стена.
с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся крыш. Микрофон. Чали, ты, Лиза, 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 голос мой услышь. Оля, включи микрофон, пожалуйста. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Кирилл, привет, дорогой! Солнце взойдет. Такая хорошая песня, не хочется ее заканчивать. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Александр Дусер Воронов. Нет, спасибо, что вы. Замечательная Лиза, группа «Белый бархат». Excusez-moi, mademoiselle. И Армен Мончикунов. И фишфабрик, и слон! Самое главное! Слон, с днем рождения, дорогой! А, и тем не менее, уже поставлена еда, как то чили, традиционно кто бывал, тот знает. Можно уже угощаться во дворе. А торт вынесем минут через 15. Спасибо, что вы есть, заходите туда. Да, я купил эти кружки, потому что они мне нравились. И я подумал, что если я скажу 1600, и кто-то переборет, ну, тогда да, а так нет, ну, купил. И вторую подарил Феликсу, кстати. Ну, нормальная хуйня. Я считаю, что да. Не, ну, это из анекдота про один.